Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Дубль 2. Записываем еще раз с международным гроссмейстером Евгением Кондраченко. Здорово, Евгений. Да-да. Приветствую, Олег. Приветствую, дорогие зрители, еще раз. Записываем второй раз видео подборка красивых комбинаций. И, друзья, хочу попросить вас поддержать творчество международного гроссмейстера Евгения Кондраченко. Вот его карточка. Если есть желание, есть возможности, пожалуйста, поддержите его. Потому что, друзья, нас никто не финансирует. Мы, как говорится, выживаем как можем. Записываем для вас совершенно бесплатно видео. Цените это, друзья. Ну и поддержите нас. Да-да. Так, Олег, ну что, значит, сегодня, значит, у нас очередная тема под названием «Цепная реакция», очередная там третья часть, или, кажется, уже пятая, может быть, не помню. Пятая, да. Да, пятая уже получается, да. То есть, еще раз хотелось бы привести слова великого гроссмейстера Зиновия Исааковича Цирика о том, что шашка каждый день не должен пропадать даром, нужно постоянно что-то смотреть, анализировать, находить новые варианты. А такие анализы, в свою очередь, рождают новые идеи, происходит своего рода цепная реакция, конца которой не видно и ранее исчерпаема. Вот этим мы займемся сегодня. Вот смотрите, допустим, симпатичная такая позиция, несложная, допустим, пробег против центра. Во всех позициях, да, друзья, да. Ход белых, белые начинают и выигрывают. Мы будем ставить где-то пару секунд, вы ставьте на паузу и пытайтесь найти выигрыш. Да-да. Так вот, в такой простой на вид позиции из партии Цирик-Миротин 50-го года, значит, гроссмейстер привел такой симпатичный, очень редкий удар, неочевидно, HG5, свежий такой мотивчик. Белые такого не ожидали, конечно, да, допустим, DE3, DE3 получается, да, промежуточный ход. И бьем на C7 аккуратно, чистая идея, сбили, то есть такой вот несложный, симпатичный вариантик, да. А теперь зададимся вопросом, получается, можно ли эту идею реализовать в зеркальном виде, в зеркальное отображение этой идеи? Конечно, можно, да. Спустя, получается, 17 лет это удалось гроссмейстеру Литвиновичу, партии против тоже талантливого гроссмейстера Голосуева. Оба из, да, Ленинграда. Да, оба ученики товарища Рама. А как известно, у товарища Рама была своя программа, да, штамповать гроссмейстеров. Да. Так вот, блестящая идея, значит, из киевской защиты знаменитая партия с чемпионата Советского Союза 1967 года. Литвинович привел красивый удар BC5. Видите, зеркальное отображение той самой идеи с таким красивым, неочевидным подходом. И FE3, вот этот элемент новизны такой, да. Но черные, неважно, куда бьют, либо на F2, либо C3, бой тогда будет один. Мы бьем, значит, на E7. Били-сбили, получается, да, то есть очевидная тема. И отчаянное сопротивление еще не спасает черных. Вот C5, D8, красивый финал получился, кстати, да, посмотрим до конца. Черные решили умереть, да, красиво. Да, да. Да, D6, F6, так и стоит умирать красиво, чтобы войти в историю, да. Значит, D4 закрывается, G3 держим позицию, да. C5 лучший шанс получается, там, C5, GF4 держим, не выпускаем. И на CB4 изящное решение, то есть маленький столбняк на большаке, там, да. CB2 просто, CB2 ловится сразу, да. Такое вот изящное решение там, да, ну и шевелиться нельзя, понятно, черные проигрывают. Да. А нас интересует еще раз эта красивая идея, да, не только с первого хода, а еще со второго хода. Обратите внимание, Олег, в этой же позиции второй ход, обращаю внимание, да. Вот этот момент красивый FE3, обращаю внимание, FE3. Получается, если Литвинович ответил зеркальным отображением в идее Цирика, то Цирик потом, или потом еще раньше все-таки, такую идею тоже реализовывал с ударчиком именно FE3. Смотрим следующую позицию, да, развиваем это построение. Вот интересная такая, значит, ситуация. Из партии Цирик играл против эстонского мастера Лаудугра. Очень напрашивается ход, кстати, DC3, допустим, такой красивый свободный ход, да, DC3. Но на это юный мастер заготовил симпатичное опровержение. B7 была такая ловушка запасена. И вынужден на нападение C5, D6, ну, из-за угрозы получается, да. Черные заготовили ударчик симпатичный HG7 и DC7 получается, да. Вот так вот пытался юный мастер поймает Цирика в ловушку. Ну, ловушка неплохая, конечно, но для юного гроссмейстера. Потому что чемпионы СССР на такую мекину, да, не попадаются. Ну, Блица может попасть где-нибудь, но Блица, то есть Цирик все-таки видел очень глубоко. И Цирик, позиция обманчива вдвойне и втройне. Он пошел CD6, опережающий такой ход, блестящий, да, видите, такая выгодная связка. Значит, черные не нашли ничью после ударчика FE3, а поменялись просто C7, B6, получается, да. И в ответ, ну, то есть там была ничья, еще была бы ничья, а напоминался CB6 вместо этого, ошибочный ход. И вот тут свежая идея Цирика, вот этот красивый удар, что был у Литвиновича там. Но получается, у Цирика была раньше все-таки FE3 красивая идея. Блестящая такая присоска на весу. Одну-то бить нельзя, просто бьем на E7, да, а когда бьет, ну, понятно.
А если бьем две штуки, получается на h4, то ударчик ef2 и f3, то есть. Двигаем царскую шашку, да. Она гибнет, но приносит свои победу. Да. Победу, как писал, да, в своих книжках Эдгар По, да. Передовые шашки погибают в игре, да, обеспечивают победу. Отлично, значит, еще более ценная вариация получается. То есть у Цирика более эффектная, чем там в той позиции Литвиновича, да? Но мы эти идеи можем еще больше развить. И спустя 19 лет после Цирика гроссмейстер Косенко, мой наставник, реализовал эту идею в еще более красивом виде. Вот опять эта дикая связка с таким же рисунком, как и раньше была. Выгода, конечно, в пользу белых, потому что тут скорее, получается, белые связали черных, а не черные белых. Отличный ход cb4, подчеркивающий, что запасных ходов у белых больше, да? Первый ход cb4. Ждать невозможно, если пойти же пяток, просто опять сразу выигрыш будет стоять, да? Просто опять и все, да? Ну и черным некуда ходить. Да. Ну и невозможно же ход, получается, f3 перед этим, да? Ход обратно убирать, если f3 невозможно, поэтому черные пошли cb6, да? То есть пошли cb6. Ответ сумасшедшая такая идея. Кстати, интересно отметить, что эта идея была проведена в блице, то есть f3 сумасшедший удар, пошел Косенко в блице, то есть дикая позиция, да? Если бить на c7, просто на e7 уже известный мотивчик, это получается, был раньше, да? Если сбить F4, D2 получается, то просто назад бьем с лишней шашкой. Достаточно простая тема, да? А элемент новизны, который еще больше усиливает позицию по сравнению с ударом Цирика, да? Это если бьет две штуки на D4, третий красивый вариант, тогда уже BC5 заходим, такая симпатичный заход любки. Ну и опять классическая тема, как и раньше. Вот Косенко, получается, еще больше позицию этого обогатил, да? Хорошо, если так, но а возможно ли эти идеи, допустим, объединить в рамках одной партии? Это мне однажды удалось, когда я играл в блице на Гамблере, значит, в 2013 году с таким известным московским шашистом, любителем Закиром Кирибековым, веселый такой человек. Вот в этом летающем дебюте. Значит, очень, да, веселый, да, у нас в команде Дамфи нет он был. Смотрите, симпатичная идея получилась. Значит, я играю белыми, поменялся BC5 на A5. Непоходимый такой ход для развития, так? Ну, на C5 нельзя из-за удара. Ну, понятно, детская идея. Ну, не отвлекаемся на такие мелочи, просто смотрим идею, которая была в партии. H4, DE3, FG5, B4, белые контролируют центр больше. AB6, BA3, то есть эту битву черные проиграли, и на ход ED6 мы позицию полностью разбиваем. BC5, видите. Кстати, вот чем интересны и хороши партии, когда играют, ну, гроссмейстеры с любителями? Партия двух гроссмейстеров такие дикие сумасшедшие идеи, но они, скорее всего, принципиально обычно невозможны, скорее всего, да. А с любителями они просто постоянно из ничего возникают, да. Так и здесь получилось, видите. BC5 перехватывает белое полностью пространство, заставляя черных на связочку ту идти, короче. И сильнейшая тема, вот эта связка CD6, видите, идея Цирика Косенко повторяется. Если пойти HG5, получается, да, то красивая как идея... Так было в партии, да? Так и было в партии, да. То красивый такой скользкий ударчик FE3, кстати, FE3. Одну бить нельзя, сразу данки, если бьет две штуки, да. То есть присоска такая, действительно, необычный способ взрыва, видите. Почему такие скользкие ходы возможны? Потому что есть пустые поля. Если бы они были закрыты, поля были бы невозможны, такие да ударчики. Да ты скользкий тип, я смотрю. Ну да, люблю скользкие ударчики, да, то есть. Так, это получается одна идея в рамках этой партии. А возможно, второй вариант еще красивый. После CD6, если пойти GF6. Тогда аккуратно выигрывает CD2, обращаю внимание. И два вариантика. Один, если просто FG5, то подрыв связки идет сразу. Ходиком красивым DE3. DE3 с боем на F4 сначала. На F4. Ну, а потом на D4. Так, симпатичная, да, миниатюрная его комбинация. Да, то есть такая, маленький взрывчик. Это второстепенный вариант. А главное, это идея Цирика, которая тоже возможна, получается. Если вместо FG5 просто поменяться CB6 еще раз в эту секунду, тогда уже идея Цирика в чистом виде FE3, как и раньше было, видите? Две идеи мы в рамках одной партии просто объединили. Вот она пошла, цепная реакция, да? Она непрестанно не прекращалась, получается, с первого хода, да, то есть... Уже если мы запустили такой шашечный реактор, получается, то остановить его практически невозможно, да. Как я говорю, у меня начинают колбасить, показывать идеи, там сразу одну, вторую, третью, там похожие, зеркальные, сдвиги и так далее, да. Обратным цветом пошло-поехало. Так, хорошо, значит, ну, получается, две идеи объединили в рамках одной партии. А можно сделать еще круче. Мне опять-таки это удалось, короче, там. Точнее, не совсем мне, там, благодаря еще сопернику, партнеру, да, и мастеру Сафина, который указал красивый вариант в конце. Так, дело было в 2014 году, я играл в любительном парке, значит, выпал такой дебют, как CD4, BA5, да, DC3, AB6, получается, AB6, да. Ну, позиция, ну, с обоюдными слабостями, друзья, да. Вторые ходы не совсем логичные и со стороны белых, и со стороны черных. Это жеребьевка, так называемая, да, принудительная жеребьевка, да.
Но она приводит к интересной игре, что самое ценное тогда в том. Так что принудиловка иногда и хорошо бывает, да, не всегда плохо. Да? Вот ЕФ4 идейный ход, который разворачивает позицию, кстати. Олег, кстати, показывал, что тут, возможно, такая знаменитая ловушечка гроссмейстера доски, да, если напасть dc5, напоминаю, dc5. Такая ловушка известная. Fe5, бой-бой, развиваются белые. Черных очень напрашивается провести маневр bc5, временно жертву шашки, да, и напасть потом b7, чтобы шашку потом отъесть и выиграть одну и вторую, да. Но тут наталкивается на оригинальную присоску. Дай пару секунд им. Ну, зрители пускай посмотрят, да. Помните, что в эту секунду у белых лишняя шашка, это очень важный нюанс такой. Поэтому, возможно, красивая присоска ЕД6 получается. Ну, быстренько бьем на Е5, сюда, на Е5, БЦ7. Мы выиграем шашку, да. А тут БЦ7. И АБ4. То есть чистая тема, да. Так, ну это лирическое отступление. А все-таки вернемся к тексту партии основному, да. В партии соперник не понял духа позиции и просто напал Ж5. Это упрощает игру. Там белый выходит Фе5, нормальная обычная тема. То есть хорошая колоночка. H4, AB4, шашка поддерживается, менять ее там бесполезно. Но соперник именно поменял, напал ЕД6, пошел по пути упрощения. Может быть, как-то еще BA7 или HG5 надо было, да, на борьбу-то еще. Да, конечно, если на борьбу. Но соперник не пошел на борьбу, за это был наказан, кстати, да. CD2 и DC5 получается, да. DC5 поменялись, бой-бой на D4, позиция упростилась, да. G6, AB2, ничего пока интересного, да. FE7, там, DC3, допустим, DC3 был, да. FG5, BA3. И тут HG7, такой лишний выжидательный ходик. И получается, белый начинает играть наконец-то. Ходом CB4 оживляет игру и стоит детская роза G4 в дамке. Да? Заставляет черных высказываться. То есть они должны пойти ED6. Тогда интересный ход на разбивание позиции DC5. Соперник ушел на E5, и позиция уже принимает знакомые очертания. Выжидательный ход у нас есть, BSP такой, да. На F4 известная тема, да. И вот CD6 красивая тема. Казалось бы, такая позиция до этого была невзрачна, тут она становится дикой и насыщенной. И вот те самые уже три идеи получаются. Смотрите, связка те идеи, такая по двойнику, да. Непонятно, кто кого связал. Скорее, все-таки белые связали, чем черные. Не запасных ходов белых больше, видите? Ну, итак, на ход H5 еще раз. Каждый из соперников надеется, что он выиграет, да. Но выигрывает только один. Ну да, но надеяться важно все равно. Итак, HG5 идея, которая уже была с Карибековым закиром. FE3 красивая присоска на весу именно. FE3. То есть такой дикий ход, потому что пустое поле F8 есть. Ну, две штуки сбил, надо 4, понятно. Ну, если сюда мы тогда так. Очевидно, да. И удар по затылку еще идет. Это просто очень, да. То есть, а когда бьет две штуки, там HG3 висит, да. Так, это первая, я считаю, идея, еще раз. Первая идея, повторяю, первая из трех, да. То были две в рамках одной партии, теперь будет три, да. Возвращаем обратно. Если не хотите G5, а пойти просто F6, допустим, да? Ну, идея в чем, что нельзя нападать D7 из-за присоски на E3. Тогда уже черных хорошо будет, видите? Ну, бой на G5, бой назад в этом идейка, да? G5 на F6 бьет. И белых плохо становится, да? Конечно, мы такое не попадаемся, да? Не такое не попадемся. Играем вот именно комбинационный мотив. AB4 заставляет черных высказываться, да? Когда он поменялся CB6, то в партии я провел именно идею Косенко. То есть вторая идея. В рамках одной партии. Та самая Fe3, что была и раньше. Ну, считай, та же идея в чистом виде. Именно Fe3 красивый вариант. Ошеломляющий такой. То есть, ну, главная идея, что две штуки бить нельзя из-за BC5. А остальные мы уже варианты разбирали, да? BC5, бой-бой. Ну, но, как оказалось, если... Вкратце покажу сейчас. Следовать цепной реакции. Ну, было же уже, была так, тема, подожди. Да, еще раз. Так, если сюда... Ну, на F4 сюда, получается, да. И удар по затылку. Да. Так, если... сюда, то просто бьем просто на E7. Ну, три варианта всего лишь, три. Так, и... А, и все. D4, BC5, да, тут три. Все, да. А дело-то в том, что, оказывается, если ход на секундочку, ход на секунду, не торопись, поменяться CB6 еще раз, позиция еще более содержательная, чем можно было подумать. Сказал мастер Сафин, я не с Башкирии, то BC5 очень красивая присоска, да, приводит к новой идее. Надо бить на D4, иначе потеря шашки грозит, так ведь? Если побить сюда G7, просто сбили G7, да. Потеряли шашки, то есть белые выигрывают сразу. Грозим, да? Поставить дамку, поэтому приходится бить сюда. И да, понятно, сюда. Да. Ну, да, понятно, понятно. Поэтому бьет на D4, да. И тут сумасшедшая идея, вот этот удар Fe3, дикая позиция. Четыре варианта взятия получается, все плохие. Смотрите. Если бьет D на F2, просто ну, в одну кассу, понятно. Так, если бьет сюда... Лучше одну, лучше одну сбей, более красивая позиция была. Ну, нет, и так сойдет. Здесь художник. И так сойдет. Если сбить H4 F2, то же самое. Можно сбить одну красиво. Одну бей. Одну. А, ну тут одну уже, да, согласен. Ну и там одну, там и так далее. Опять красивый ударчик, да. Два варианта из четырех получается, да?
Потом, если получается сбить шашкой, значит, и просто e5 на c7, вот, нет, это уже, секунду, это уже это было, мы да, то есть, смотрели. мы смотрели h4 f2 и d4, d4 f2 самое простое, там за 3 сразу штуки Там бьется, 3. очевидно, да, то есть, а самое вкусное, это элемент новизны, если бить не И на здесь, а, так бьем ну, сперва просто на за так, 3, а за потом 3, так, да. понятно, да, и самое вкусное, если бьет f4 на d2, вот это свежий элемент такой, да, точный бой на f4, понятно, да, Сюда. а потом промежуточный бой e1 на g7, вот этот элемент И новизны, короче, сюда. такой, да. Позиция полностью разбивается, то есть выигрыш белых. Вот так вот, насколько интересно, мы двигались от одной идеи к второй с помощью сдвига зеркального отображения, перемены цветов, короче, там, да, то есть подобное и так далее. Вот что такое цепная реакция. Конечно, такие технологии доступны только тем, кто знает много идей. Потому что вот чем отличается такой любитель, дилетант от нормального шашиста, хорошего? Тем, что любитель зачастую видит шашки, как будто впервые в жизни, в каждой партии. Да? А надо что-то иметь в голове, в конце концов, ребята, да, то есть иметь какую-то базу, получается, какие-то ловушечки, наработки, Но там, секретный я хочу анализ. так сказать, что вот Евгений вот сегодня мне показал первую идею, а остальные идеи уже просто щелкаются, как орешки. Над первой позицией ты еще думаешь, а остальные просто решаются, да, потому что уже знаешь идею. Друзья, еще раз Да. хочу попросить вас, значит, поддержите творчество международного гроссмейстера Евгения Кондраченко. Вот его карточка. Не забывайте, что мы работаем, так сказать, бесплатно. Вот Да, сегодня помните, ребята, что канал записали «Шашки с уже Олегом» — это последнее. Второй дубль. Первое Не только видео второй не дубль, а просто... получилось. Ребята, еще раз помните о том, что это последнее окно в шашечный мир, где что-то интересное, профессиональное в формате видео Для делается. вас Потому что... работают последние Да. из магикан. Надо поддерживать племя этих шашечных индейцев. Популяцию Хотя бы так, да, магикан. Хотя бы так, да. До свидания, друзья, и давайте воевать только на шахматной и шашечной доске. Всем спасибо, да.